Ну, товарищ боец, давай. Хорошо, закрыт. Сегодня 4 мая 2019 года. Есть. Водичка. Так, пинцет. Свернут фамилию, имя, отчество внутрь. Наружу военкомат призыва. Бумажка сохранилась отлично. Ниже свет. Еще ниже. Записи карандашом. Записи есть. Монетки приготовьте. Итак, братцы, товарищи, в кои-то веки повторяем пижонский способ разворачивания медальона. Боец молодец, боец просто умница. Сделал все правильно. Все как надо. Свернул фамилию и отчество внутрь. Заполнил карандашом. Поэтому смотри, он. Он незаполненной стороной скатал внутрь. Алтайский край. Алтайский? Да. Он край. Алтай. Вижу. Сейчас еще окажется Салтонский район, да? Вот это вот, да. Имя Иван, кажется. Короткая фамилия. Так, теперь, братцы, кролики. Второй лист бумаги, пожалуйста, дайте. А, даже полоску. Полоску бумаги. Под этим. Вот это газом. Да. Ага. Секундочку. 1908 года. Отлично. Шилов Иван Алексеевич, рядовой 908. Ура! Ура! Алтайский край, город Бийск, район Смоленский, сельсовет Катунский. Я там был в прошлом году. Да. В
Фамилия Шилова Пелагея Васильевна, Алтайский край, Бийск, Смоленский, Катунский, смотрите, сельсовет и Катунский, и еще вверху записано Верхоп, что-то вроде Верхопский сельсовет. Деревня не написано. Военкомат Смоленский. Ура! 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 Вообще! Ура! Класс! Как хорошо, Шилов. Быстро! Иван. Шилов Иван Алексеевич. Вечная память его. 1908. Круто вообще. Ой, молодец. В воде могла сохраниться. Да, там. Сохранился. Это вот когда мы позавчера крайнего поднимали с бойца, это его? Нет, это Саша. Это первый, который в этот второй день. Второй Саша. Которого... Пораньше, пораньше. Щуп. В кость щупом. На которую мы как раз опоздали. Да. Здорово. Ну в том же месте, да, Игорь Иванович, получается? Да, 5 метров, да. 5 метров. Класс. Вторую полоску давайте бумаги. Полоску? Можно фото сделать? Конечно, можно. Давайте еще раз прочитаю. Тихонечко достань ту книгу. Ту книгу достань тихонечко, чтобы не выпало ничего. Не ту, не ту. Не ту? Не ту. Мама, не надо ту. Еще раз. Шилов Иван Алексеевич, рядовой, 1908 года рождения. Уроженец, Алтайский край, город Бийск, район Смоленский, сельсовет Катунский. Адрес семьи, фамилия Шилова, Пелагея Васильевна. Адрес тот же. Мобилизован Смоленским РВК. Сейчас мы проверим по данным обобщенного банка данных мемориал. Учтенность солдата в списках безвозвратных потерь 294-й стрелковой дивизии. По медальонам бойцов, которых мы нашли в прошлые годы, они все в этой цепи солдат, которых мы нашли, служили в составе 294-й стрелковой дивизии, конкретно в 861-м стрелковом полку. В частности, Назаров Иван Иванович, Нерослов Максим Семенович. Мы будем надеяться, что и Шилов Иван Алексеевич в том же списке, тоже полку. А это будет означать, что он погиб 8 февраля 1942 года. Есть. Только он 15-го года здесь, в базе данных, и погиб, как мы предполагали, 8 февраля 1942 года. Алтайский край, Смоленский район, сельсовет Верховский, как написано в медальоне. Ну, почему-то написано здесь в базе данных 15-й год. Вполне возможно, ошибся писарь. Последнее место службы, штаб 294-й стрелковой дивизии. Ну, в данном случае это донесение штаба 294-й дивизии. Смотрите, место гибели. Ленинградская область, Мединский район, ручей Люхин, юго-западнее 300 метров. Мы его и нашли в пойме ручья Люхин, собственно говоря. Теперь посмотрим, какой полк. Я предположил, что это 861 полк. Вижу по почерку писаря, что это именно 861 полк. Потому что с этим донесением мы знакомы. Неоднократно его смотрели. Смотрим шапку этого донесения. Шапку донесения надо перелистнуть на другой лист. Так, вот его сослуживцы. И вот он сам. Видите, посмотрите, снимите на камеру. Походи, снимайте на камеру. Вот он. Снимайте. Вот в красной строке Шилов Иван Алексеевич. Сейчас передвигаем вправо. Смотрим жену. Имя, отчество жены не написано. Извещение отправлено. Извещение номер 24. О как. Звоним в Алтайский край. Алло. Галина Викторовна, здравствуйте. Это Ивлев Игорь Иванович. Здравствуйте, здравствуйте. Да, Галина Викторовна, мы нашли еще одного алтайского солдата на том же месте. Ага. В тех же лесах.
Запишите, пожалуйста, его данные. Давайте, давайте. Записываю. Шилов Иван Алексеевич. Шилов Иван Алексеевич, 1908 года рождения. Ага. Уроженец Алтайского края. Смоленский район. Ага. Верховский сельсовет. А, тут, да, одна буква. Да, Верховской, скорее всего. Ага. Деревня не записана. Адрес семьи. Тот же, жена Шилова, Пелагея Васильевна. Мобилизован Смоленским военкоматом. Ага. Шилова Пелагея Васильевна. Да, мобилизован Смоленским военкоматом. Ага. Галина Викторовна. Вы по соседству, поскольку район один и тот же, совсем близко к Бийску. Да. Попробуйте поискать родственников. Мы на вас надеемся, чтобы нам хорошо. Из этих далей дальних не названивать хорошо, впустую. Я займусь. Позвоните. Да, в сельсовет позвоните. Да, да, найден с медальоном, да, найден только что, позавчера. 2 мая. Мне, значит, тут недалеко, где дед, да? Да, буквально метров 400, не больше. Знаете, я привожу Игорь Иванович, в этом плане все усилия. Не сомневаемся. А, Михаил Евдокимов. Понятно, ну а значит земляк его. Вы прямым образом задействованы здесь. Мы подумали, сообщая, и решили, что ну кому, как не вам звонить-то. Ну, и все это знакомо настолько. Да, да. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Вам также. Народ здесь вокруг телефона собрался, все слушают. Да, ну, видите, что это самое. Всем передавайте привет и нашу благодарность. Взаимно. Алло. Да, взаимно. Смотри, они подрочат. Я пока уберу руку. Ищи медальон, Сергей, ищи медальон. Не найдешь, получится. Не ППшник здесь, смотри. Все на этом. Это было ведро, что ли? Парни, пирожковый. Ведро дайте. Смотри, да я держу. Ведро. Найден ремень и пряжка. Так, у бойца нашлась звезда.
медальона не оказалось. Молодой парень. Череп не сросшийся, кости целые. Товарищ Верховный Главнокомандующий, сводный дикий корпус имени 500-летия присоединения Удмуртии к России для большого сожалению последнего общего крайнего. Чё-то не буду. Расстроен. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с тем, что вы все здесь собрались. Выражаю уверенность и огромную надежду на то, что мы здесь не последний раз. Что соберемся вновь, и сделаем все, что от нас зависит. Ура! 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 Вольно! Отлично!